Министерство экологии и природопользования области поддержало кассационную жалобу Росимущества на решение Одинцовского городского суда. Предмет спора – водный объект, расположенный в деревне Малые Веземы. Ответчиком выступает владелец земельного участка, который самовольно изменил русло и береговую линию ручья. Однако приток Малой Веземки есть, он никуда не делся. Глава Минэкологии отметил, что река Малая Веземка и ее притоки периодически становятся объектами нарушений.